Вы смотрите новости на телеканале «Север», в студии Ирина Цепетова. Паводковая ситуация в Харуте стабилизируется. Вода в Азве медленно убывает. На утро 8 июня минус 5 сантиметров. Об этом на оперативной планерке при губернаторе округа по видеоконференц-связи сообщила глава муниципалитета Галина Филиппова. Седьмого июня в муниципальном образовании Хасидахарский сельсовет был введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в Адзве превысил критическую отметку в 940 сантиметров. Сегодня вода медленно пошла на спад. Уровень на сегодня составляет 10 метров 10 сантиметров. 7 июня приостановлен дошкольный учебный процесс в детском саду. За два дня раньше организовано оповещение населения о параметрах происшествия путем сплошного подорового обхода. Оказывается, помощь всем гражданам, которые попали в зону подтопления. Организовано также круглосуточное дежурство, мониторим гидрологическую обстановку ежечасно. Сегодня в Харуте подтоплено 34 придомовых участка с населением 67 человек, в том числе 20 детей. Также подтоплено 7 домов, из них 2 жилых с населением 3 человека. Пострадавшие размещены у родственников. Вчера в Харуту на вертолете вылетела группа спасателей экстренных служб. Сейчас они находятся в поселке и помогают местному населению справиться со стихией. На реке Адзва в настоящее время наблюдается редкий ледоход. Заторных явлений не наблюдается. Оптимистично настроено местное население, все друг другу помогают, в целом сил и средств достаточно, проблемные вопросы мы решаем в рабочем порядке. Из социально значимых объектов в настоящее время подтоплен один магазин, второй магазин отрезан водной преградой, соответственно, временный продуктовый магазин организован на базе хлебопекарни, расположенной на неподтопляемой территории. И, соответственно, отключена одна котельная. Проводим мониторинг с использованием беспилотного летательного аппарата. Соответственно, на данный момент уровень воды стабилизировался на отметке 1010 сантиметров. Согласно прогнозу, в ближайшие сутки ожидается незначительный спад уровня воды. Несмотря на спад уровня воды, у метеорологов есть неблагоприятный прогноз. Рост паводковых вод может произойти 9-10 июня. Их уровень достигнет 1100 сантиметров. В этом случае будет подтоплено 80% территории поселка. В зоне подтопления окажется 200 человек. На случай экстренной ситуации в школе Харуты подготовлен пункт временного размещения людей вместимостью 130 человек. Ирина Цепетова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».